Патриарх Московский и всея Руси впервые в истории совершил литургию в Осетии. Религиозный деятель прибыл во Владикавказ, где проходит мероприятие, посвященное тысячестолетию крещения Аланского государства. В церемонии освящения Георгиевского кафедрального собора во Владикавказе приняла участие юго-осетинская делегация во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение Божественной Литургии в новоосвященном храме. На богослужении присутствовали представители правительства Российской Федерации и сотни верующих. Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, во дворе был установлен экран, на котором транслировалась служба. Патриарх Кирилл сообщил о возведении в сан архиепископа Владыки Герасима. По окончании богослужения архиепископ Владикавказский Аланский Герасим приветствовал святейшего владыку и отметил, что впервые в истории этой древней христианской земли предстоятель Русской Православной Церкви совершает здесь божественную литургию. Владыка Герасим преподнес его святейшеству список моздокской иконы Божьей Матери. Сегодня поистине исторический день. Впервые в истории этой древней христианской земли предстоятель Русской Православной Церкви совершает божественную литургию и великое освящение собора. Надо сказать, что, наверное, это вообще впервые с истории, с момента посещения Аланской земли апостолами. Патриарх приезжает на эту землю, поэтому событие действительно эпохальное. И позвольте, Ваше Святейшество, в этот знаменательный день вручить вам подарок, список моздокской иконы Божией Матери, этой очень чтимой на Кавказе святыни, которая много лет хранилась в Осетии, была прославлена чудотворениями. Вот, и просим ваших первосвятительских молитв и благословения всем нам на дальнейшее возрастание в вере Христовой. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Ну и, конечно, мое особое слово к православным людям, здесь живущим. Пусть Господь хранит вас, укрепляет в вере, пусть умножаются наши приходы, пусть больше добра совершают люди, которые называют себя православными. И дай Бог, чтобы служение Церкви здесь, на Кавказе, содействовало еще большему укреплению мира, взаимопониманию между разными народами. В дар новоосвященному храму святейший патриарх Кирилл передал образ Божьей Матери «Умягчение злых сердец» для духовенства подарочное издание служебников. Участники церемонии и предстоятель Русской Православной Церкви также посетили захваченную террористами в 2004 году школу номер 1 в Беслане и мемориальное кладбище «Город ангелов». Слава Тебе, Христе Божие, упование наше! Слава Тебе! В спортзале первой школы патриарх отслужил за упокойную Литию поклонного креста на месте теракта. Кроме того, он пообщался с представителями комитета матери Беслана и местными жителями, осмотрел строящийся храм новомучеников и исповедников церкви русской, оставил запись в книге памяти. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова, специально для программы «Неделя».